Сегодня наших гостей уважаемый доктор Мухаммад Аль-Рош. Он известен тем, прежде всего, тем, что он муж Валерии Пороховой. Но он все время говорит, нет, это она моя жена, не я ее муж, а она моя жена. Саламу алейкум, дорогие братья и сестры. Еще раз поздравляю. Очень приятно нам увидеть наших дорогих братьев. И наш дорогой Исмаил, честно говоря, вдохновляет на братство, на дружбу. Его личность заражает, дает энергию людям. Я от всей души желаю вам успехов, счастья и так держать. Спасибо. Исхаков Владимир Ясович, он доктор наук, доктор медицинских наук, литератор. Ему слово. Дорогие друзья, я в продолжение сказанного, мы сейчас послушали очень два мудрых и интересных выступления. И я думаю, что это замечательная была бы традиция, Исмаил Калямович, когда бы вот собирались вот так вот люди и обменивались жемчужными мудрости, я бы так сказал. Я, чтобы быть кратким, одну мысль, которая меня давно, так сказать, посетила, хочу до вас довести. В середине 40-х годов впервые была атомная энергия освоена. Атомная энергия – это когда разлагают ядра элемента. А через 5 лет была термоядерная реакция осуществлена. Еще более мощная – это когда соединяют ядра, синтез. И я почему это все говорю? Потому что, так сказать, главный термоядерщик здесь у вас находится – это Исмаил Калямович. Он умеет соединять, синтезировать. Сколько людей он все время соединяет? Вот такие у нас национальные блюда. Картофель, мясо. Как, чем больше картофеля, чем больше мяса, еще тесто, тем лучше, тем полезнее для организма. Медики всегда заблуждаются. Спасибо.